ну что, я поработал. Было неплохо. Извините, бляха. Я, кажется, сбила женщину случайно. Извините. Ну, просто у меня машина большая, слепая зона, все дела. Привет, мои хорошие. Рада снова видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в демку игры Food Truck Simulator. Если вы забыли, то в прошлой серии в этой демке мы с вами апгрейднули свой грузовичок. Теперь он не для санных бомжей. Теперь у нас есть бургеры, картошечка фри. И сегодня мы продолжим зарабатывать баблишко. Вот, у нас там есть собака Дрыгака. Вот такой вот у нас мужчина здесь на постере, который хочет кушать и зазывает. Мне прям, знаете, вот я смотрю на него, мне хочется картошечки фри. Он, понимаешь, он ее продал. А нам нужно сейчас установить машину для картофеля фри, установить морозильную камеру. Это важно, потому что без этого у нас, конечно, все попортится, поэтому давайте это с вами сделаем. Обновление. Поехали. Значит, машина для картошки фри. Бесплатно. Давайте купим нормальную машину. И нужен морозильник. Бесплатный морозильник, опять-таки, небольшой, но пойдет. Так, машина для картошки фри. Что не так тебе? Текущая, я все построила. Вообще, мне не нравится, что нам не дают делать заготовки здесь. Потому что я бы хотела, например, перед тем, как начать рабочую смену, сделать заготовки, чтобы мне было проще работать. Это на самом деле так и делается, а не то, что тут это выключи, это санное радио, оно меня бесит. Вот, а ты, как всегда, подписывайся на каналчик, поддерживай видео лайком, а мы сегодня с вами едем в ночной клуб кормить абориганов всяких ночных, ночных бабочек. Вообще надо не такую жирную пищу, потому что тогда все не будут пьянеть, надо наоборот алкоголь привозить, вот это вот все там, а не то, что мы... Хотя, с другой стороны, всех, наверное, на жрачку пробивает, дружки, в принципе... Я бы тогда сосиски бы продавала, хотя бы были бы сосиски к пиву. Что это такое? Мужчина, можете отойти? Тут что-то горит. Видал, они по симсалабим опустились. А, мне сюда и надо. Здрасте. Это вот ночной клуб? Ля, какая мадама. Сиси, конечно, у нее на переделе. Чуть-чуть и вывалится. Ну что ж, я готов работать. Наша первая ночная смена, знаешь, мы почти что ночная бабочка, только мы ночной автомобильчик. Надо придумать название нашему фудтраку, но это, наверное, в полной версии игры, потому что сейчас какой смысл-то? Сейчас будут приходить всякие обдолбыши, обрыганы, сейчас будут тут вот рыгать мне вот это вот. А я не готова. Так, подожди, а если я не включу музыку, они не будут ко мне подходить? Просто подожди, я хочу себе сделать заготовки. Баратан, я пока не работаю. Да я не работаю, ты дурак. Ладно, работаю. Картошка фри. Так, картошка фри у меня лежала здесь. Что нужно? Сначала, наверное, надо добавить масло. А где масло лежит? Масло, наверное, лежит здесь. Так, вот масло фритюрное. Вливаем. А как его вливать-то? Проверьте заказ на... Ну, картофель фри. Да что? Эй, пацан, я подумала, что тебе может понадобиться моя помощь с новой машиной. Заправь масло до всего остального. Да я поняла, что надо заполнять. Что ты меня? За дурака-то меня не держи. Обжарьте картофель. А давай я сразу весь обжарю картофель. Типа, а нахрен мне, типа, жарить одну картошку, куда я могу пожарить? А, все. Хорошо. А где у меня морозилка? Вот она. Все. Ну что, поехали, опускаем фритюр. Обжарьте картофель до желаемого состояния. Жареный картофель фри. Хорошо. Положить коробку на сборочный стол. Я положил, у меня заготовки. Так, поместите бутылочку с кетчуком, майонезом. Кетчук, майонез. Так, а где кетчук? Кто видел кетчук? Так, кетчук. Так, жареный картофель фри. Отлично, выключаем фритюр. Вставляем. Поместите бутылку майонезом, подставку на соус. Сейчас, подожди, я здесь положу. Так, майонез. Майонез и горчица. Так. Положить картофель фри для картофеля фри. И кетчуп ему надо налить. Все. Пожалуйста, ваш заказ, абриган. Забирай. Забирай, рыгай. Под пиво заказал? Я-то знаю, что ты под пиво заказал. Ля, какой женщина с сисяндрами ты. А чё женщины смотрят и не подходят? Я хочу женщин обслуживать. Good morning. Good morning. Так, смотри, по откату начинаем просто жарить. Так, Клэр.
Не надо вот это мешать. Так, поехали, жарим. Да что, премиум чизбургер. В смысле? Это Денис. Так, это что такое, Денис? Это мой конкурент. Обслужить как можно клиентов до закрытия точки. Да он охерел. Так, ладно, поехали, значит. Включаем вот это вот говно. Жарим мясо. Что тебе, бекончик надо? Сейчас я тебе отжарю бекончик. Берем булочку, булочку. Ножичком булочку. Опа. Так, картофель, жареный картофель фри. Поднимаем его. В смысле? А, вот так, все, отлично. Булочку. Жарим булочку, хорошо. Так, подрумяненная булочка. Сейчас она подрумянится, подождите. Так, мясо средняя прожарка. Так, мясо средняя прожарка есть. Мясо средняя прожарка есть еще одно. Если что, дожарим. Подрумяненная булочка есть. А еще одну подрумяненную булочку с вами делаем. Так, что? Сыр. Сырный сыр. Булочка. Бекончик какой нужен? Средний. Бляха, бекон сгорел. Похер. Похрен, что бекон сгорел, зато все остальное готово. Так, на. А я не вижу в темноте. Подожди, какой из них, какой заказ-то? Я не видела, какой заказ в темноте, ты понимаешь? Там не видно было. Забирай свой браганский заказ. Так, следующий заказ. Ёпта. Так, подрумяненная булочка, мясо средняя прожарка, мясо средняя прожарка. Так, мясо средняя прожарка. Бекон хорошо прожаренный, бекон хорошо прожаренный. Картошка с кетчупом. Так, кетчуп. Три раза кетчуп, хорошо. Это твой, да, двойной бургер? Так, трипл кетчуп. Двойной бургер. Так, подожди. Берем булочку. Блин, я начинаю зашиваться. Это прям не очень просто, я тебе хочу сказать. Так, ладно, берем, жарим булочки. Берем дальше помидорку. Берем ножик. Раз, два, три. Так, помидорка, раз. А что одна получилась? Так, бекон средний. Мне какой бекон нужен? Бекон хорошо прожаренный, мясо средняя прожарка. Так, мясо средняя прожарка. Булочка есть. Мяско есть. Помидорка есть. Сыр. Сыр есть. Булочку сняли. Бекон хорошо прожаренный есть. Подрумяненная булочка. Так, мясная еще одна котлетка. Так, все. Ваш заказ готов. Ваш заказ готов, получите. Так, что тебе? Жареный картофель фри, хорошо, просто жареный картофель фри. Отлично, просто и все, да? На, братан, получай. Получай, видишь, как хорошо, когда у нас есть уже что-то готовое. Потому что когда заготовок нету, естественно, возникают проблемы. А когда типа все есть. Так, новый заказ. Так, жареный картофель фри и три этих у нас. Так, вытащи его. Бери. Так, три кетчупа, да, она хочет. Раз, два, три. Трипл кетчуп, ну ты прикинь. На, женщина, хавай. Вот. Так, ставим заново картошечку. У меня еще есть картошечка? Или на моей картошечке компетенция? Все? В смысле? Вот еще картошечка, что ты мне втираешь какую-то дичь. Я же говорю, у меня есть еще картошечка. Так, поехала жариться картошечка. Картошечка жарится. Так, давайте еще подготовим котлет. Готовим котлет, готовим булочки. Так, берем. И раз. Ну, чтобы у нас было уже все готовое, понимаешь? Это называется быстрый цех. Так, картошка еще жарится. Вот, видишь, как хорошо. Так, булочку. Оп. Ничего страшного. Так, раз. Два. Все, мясо слабо прожаренное, булочка есть, булочка есть. Так, картошка. Выключить гриль. Да выключи, сука, гриль. Так, картошка, тройной кетчуп. Раз, два, три. Картошка, тройной этот. Вот, забирай свой говнозаказ. Свободна, женщина, раньше срока, конечно. Все для любимых клиентов. Так, мясо среднее. Так, мясо хорошо прожаренное, мясо средняя прожарка есть. Так, выключаем. Значит, что тебе нужно? Мясо слабо жареное. Так, хорошо, мясо слабо жареное.
ломтик лука, горчица, подрумяненная булочка, хрустящий картофель фри. Так, делаем хрустящий картофель фри для парня. И нам нужно что? Мясо. Мясо слабо прожаренное. Так, ломтик лука. Лук где? Где у нас лук здесь? Вот он, лук. Так, давай берем нож. Раз, два, три, четыре. Так, все части были нарезаны. Так, хрустящий картофель фри есть. Берем хрустящий картофель фри. Надо что-то хрустящий картофель фри, нет? Так, хрустящий картофель фри. И бургер ваш. Мясо слабо прожаренное есть. Так, мясо слабо прожаренное. Ломтик лука. Так, раз, два. Так, горчица. Это же горчица. Да, горчица и булочка. Так, Заюш, на. Это ваш заказ. Я его сделала, я молодец. Я сделала все, я даже получила авторитет. Там какой-то Денис меня напрягает, что он работает рядом со мной. А, так, тебе нужен томатобургер. Мясо слабо прожаренное, томатная долька. Так, значит, смотри. Булочка для бургера жарим. А, мяско жарим. Так, берем вот это самое. Так, слить отработанное масло. Сливаем отработанное масло. А, нам нужно слабо прожаренное мясо. Булочка. Берем с тобой булочку. Булочку, я сказала, берем. Берем ножик, булочку так. Опа, хорошо, берем булочку сюда. Раз, два. Так, мясо слабо-сладкое. Так, вот это вот сюда кладем. Мясо, вот это вот, что еще там, помидорку надо, да, положить? А я не то взяла, да? А, у меня кончилось это самое. А помидор где? А помидор? Сейчас, подождите, пацаны, я ничего не успеваю. Сейчас, раз, два, три, четыре. Все, видишь, все части нарезаны. Так, томатная долька. Так, раз. И еще одну томатную дольку. А что так? А что так? Раз, два, три, четыре, пять. Во, видишь? Так, и что? И булочку подрумяненную, да? Так, это тебе заказ номер 7. Бэкон-бургер. Томато-бургер. Вот, ваш томато-бургер. А, значит, слить отработанное масло. Это я сделал. Берем новое масло. Наливаем новое масло. Нам нужен новый баллон. Так, остаток топлива удалить. Газовый баллон поставили. Так, жарим. А что тебе нужно, Заюш? Мясо слабо прожаренное, бекон хорошо прожаренный. Так, мясо. Мясо, бекон. Бекон. Коробку. Коробку ставим, коробки здесь. Потому что коробки нам нужны, как не знаю что. Так, полка с картошкой фри. Так, раз картошка. Два картошка. Ставим, опускаем. Да! Какого нахер хера я слила? Дура тупая. Ёб твою мать. Так, подожди. Мясо слабо прожаренное есть. Так, булочка есть. Так, мясо слабо прожаренное есть. А, что туда? Бекон хорошо прожаренный нам нужен. Картошка жарится. Блин, капец, пацаны. Ну вы видели, что вы делали вообще в конце концов? Я чуть это, я слила масло случайно. Я с перепугу. Так, бекон нужен хорошо прожаренный. Так, бекон хорошо прожаренный есть. Булочку сверху подложили. Нате, братань, это ваш бургер. Все. Я надеюсь, что рад. Так, вот это вот достаем. Выключаем. Выключаем. Надо почистить мой гриль, а то он у меня засран уже, смотри. А, будет горчить потом, понимаешь? Соберите отработанное масло. Куда мне его отобрать, собрать? Куда мне его соберите? Вы нормальные вообще? Я вообще-то чищу. И чищу лопаточкой гриль. Так, соберите отработанное масло. Ванна с использованным... И что, куда мне его? А, в контейнер для масла. Так, поставьте масляную ванну на место. Хорошо, помните об этом, окей. А если я не буду об этом помнить, что произойдет? Чтобы начать очистку, это я понял, что теперь мне нужно прибраться здесь. А я могу положить куда-нибудь обратно в холодильник? Не могу, да? О, тут тоже грязно, смотри. Тут тоже надо чистить.
Я молодец. Так, нужно идти обратно в гараж. Ну, поехали. Возвращаемся обратно домой. Домой, 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 еду я с тобой домой, домой, домой. Так, ну что, я поработал. Было неплохо, извините, бляха. Я, кажется, сбила женщину случайно. Извините, извините. Ну, просто у меня машина большая, слепая зона, все дела. Так, мало топлива. Но это как-нибудь потом мы сделаем с вами. Если я встречу по пути заправку, конечно, заправлюсь. Но если не встречу, я не поеду ради заправки куда-то там. Не нравится мне то, что немножечко, конечно, подлагивает в городе, но в целом, в принципе, играть можно. Так, а как мне домой-то приехать? Пустите меня, пожалуйста. Да, задолбало это радио каждый раз включиться. Я его выключаю, но включается. Что за безобразие? Вот мой гараж. Я въезжаю. Там Денис у меня в конкурентах, ты прикинь. Вот совпало-то, да? Приехал какой-то Денис. И продает рядом со мной картошку. Беспредельщик. Настоящий беспредельщик. Я приехал. Так, используйте альбом. Для чего? Альбом как выглядит? Где альбом? Покажите. Что такое альбом? А, вот это вот альбом. Так, и что мне тут надо сделать? У меня, кстати, нет новых наклеечек. Представляешь? Коллекционные предметы, туториалс, фото... Так, а чё ты хочешь? Чтоб я на фотки посмотрел или что? Просто понаглядывал их или что? А, рецепт, наверное, ты хочешь, чтоб я посмотрел. Я не хочу это все готовить, это слишком жестко. Пиццы всякие. Ну хорошо, а что мне нужно? А, все. Алло. Эй, парень. Ты вернулся в гараж? Тебе нужно подзаправиться, не так ли? Не волнуйся, просто возьми канистру, она должна быть где-то поблизости. Наполни ее в бочке с топливом, затем вы сможете заправить свой фургон. Найдите канистру, хорошо. А нельзя было просто на заправку съездить, нет? X, чтобы бросить. А, у меня есть резервуар. Ничего себе. Прикинь. Okay. Так, отлично. А куда мне теперь его всунуть? Вот сюда. Интересно. Ну ладно, я его до фуллада заправлю. А в смысле? Я хочу, чтобы было больше. Надо больше. Так, если что, едь на газстейшн. А, ну это типа такой вариант, если тебе прям надо доехать до газстейшн. Я понял. Ладно. Тогда будем с вами это. Заправляться лучше на заправке. Да. Отдохните. Пойдемте. Ой, у меня, я сплю на диване. Взрослая жизнь. Ничего своего нет, зато сплю в офисе на диване. Ну что, мы выполнили с вами еще одно задание. Мы с вами молодцы. А, наша... Ах ты, сука такая, Денис! Скотина ты такая! Это, наверное, этот говнюк из, это, понял? Из симулятора вот этого... Заправки, вот этот симулятор заправки. Это, наверное, этот Денис вырос. Говнюк, ты видел, как он не закончил? Он просто поджег мой фудтрак. Скотина такая. Спасибо, что играли. Благодарим вас за игру. Да, спасибо, мне тоже понравилось. Не, мне реально понравилось. Я хочу теперь полную версию дождаться. Можно даже заполнить анкету. Давай заполним. Только вы... А, она на английском, все. Тогда анкету не заполняем. Была бы на русском заполнена, на английском не, нет. I don't understand, you know? Короче, я надеюсь, вы теперь тоже будете ждать эту игру. Подписывайтесь на каналчик, поддерживайте лайком, а еще в комментарии объявляю название для нового персонажа и нашего, собственно, для нашей ласточки, да, как мы ее будем называть, что будет у нас за новый персонаж, там какой-нибудь веселый сосисочник или что-то типа того, в общем, пишите ваши варианты в комментарии. Спасибо, что посмотрели это видео, смотрите другие видео на канале, скоро с вами увидимся, пока. У меня, кстати, все это время была камера кривая, прикинь, а мне никто не сказал.